Всем привет! С вами снова Атлантис. Сегодня хочу показать вам небольшую свою покупочку. Покупочку такого повербанка Interstep. У меня уже есть повербанк от этой фирмы. Большой, тяжелый. Он сейчас не здесь, потому что не могу вам показать. Но я его уже распаковывал, он есть на канале. А это приобрелся вот такой вот. Вес 130 граммов. Его модель PB52001U. Power on the good. Go. Внешний аккумулятор на 5200 мАч. Ну, плюс-минус там, короче говоря, свои нюансы. Более большого не было и маленького тоже. Обошелся он мне где-то сколько? 300 там с чем-то, 307 рублей что ли, короче, где-то в этих районах. Так, давайте его вскрывать его придется, резать корпус. Да. Так, блин, у меня ножик развалился, лезвие надо. Что, далековато, да? Не там резанул. Да, наверное, не там. Не-не-не. Так. Ладно. Вскроем пожестче. Давайте вот так вот разрежем и все. Ну, эта упаковка, она как бы не нужна. Больше. Извиняюсь за шум, ребята, очень жарко, так что без вариантов. Так, вот такой вот квадратик. Конечно, зря сделали тут окошко, потертость такая. Ну ладно, с другой стороны чисто, блин, на лицевой стороне. Да, как можете заметить, у него есть прибор, хотел сказать, значит, вы видели. Встроенный вольтметр, можно сказать. Ну, даже не вольтметр, показывает емкость. Вот у нас модель 5200, 3,7 вольта, 5 вольт, Made in China. На 2,1 ампер макс. То есть он универсальный сам подставит. А то выключись ты, долго ты будешь светиться. Ну, 80% технически хранить их должны, при аккумуляторе литий-ионные хранятся при 80%. Что-то, не знаю. Попробую. Может, отберется. Да пофигу за такую сумму. Soft Touch, другие были хуже состояние. Была вот распродажка, так что прикольно, вот такой вот у нас аккумулятор. Сейчас попробуем телефон подключить. Да, не смотрите на кабель, это оригинальный айфон, он уже весь потерся нахрен. У меня есть куча других кабелей, но просто сейчас я самый близкий под рукой. Как могли услышать, телефон встал на зарядку. Отключу. То есть система работает. Заряжает. И все. У нас шоколад. Вот такая вот штука, не знаю. Попользуюсь, попробую. Потом расскажу, может быть, когда-нибудь, каково оно. Ну, а на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Всем счастливо, пока. И до встречи.